Промежуточные итоги. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкой обсудили результаты своей работы за первое полугодие 2017 года. На общем собрании стражи порядка обозначили приоритетные направления деятельности, а также поставили задачи на предстоящий период. В минувшем полугодии на территории обслуживания межмуниципального управления МВД России Люберецкая было проведено 145 массовых мероприятий. По оценкам сотрудников правоохранительных органов, на них собралось порядка 260 тысяч человек. За этот период более 4 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок и безопасность в местах массового скопления людей. В городских округах не допущено совершение террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе. По словам докладчика, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика по сокращению преступности. Общий массив зарегистрированных посягательств сократился на 13%, в том числе и по линии криминальной полиции и охраны общественного порядка. Снизилось количество особо тяжких на минус 12,9% и тяжких на минус 17% преступлений. Меньше совершено убийств на 36,4%, разбойных нападений на 42,9%, краж на 32,1%. Однако по ряду направлений ситуация остается довольно напряженной. Начальник штаба отметил, количество причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, значительно возросло. Статистика изнасилований и имущественных преступлений также неутешительна. Анализируя результаты работы оперативно-служебной деятельности в отчетном периоде, необходимо отметить, что руководителями ряда подразделений не приняты эффективные меры по предупреждению преступности на вверенной территории. В качестве приоритетных направлений деятельности на третий квартал текущего года сотрудники ведомства определили противодействие экстремизму и терроризму, борьба с организованной преступностью, а также эффективное раскрытие тяжких преступлений и противодействие коррупции. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.